Всем привет! И вы сейчас на канале MillScale. Сегодня мы с моими друзьями решили сделать косплей на популярную игру Among Us. Ну, вы, наверное, что-то слышали о ней. Но мы были бы не мы, если бы не сделали это бюджетно. Прям очень сильно бюджетно. Тебе как? Отлично. Ну и сегодня я, белый с Among Us. Я, по-моему, урод. Полина, желтый. У меня гепатит! Женя, синий. Был голубым, стал синим. Это что за апгрейд? Лиана, красный. Ну и если вам понравится ролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-то приятный комментарий. Ну и пошли играть. Пошли, поехали. Поехали. А кто предатель будет? Ты. Вы, наверное, меня спросите, как можно сделать космический скафандр бюджетно? Так вот, мы долго думали и по итогу решили заменить вот эти вот космические скафандры на скотч. Так что сейчас будет DIY скафандрики. Только не сильно не передавливай. Я не могу. Я не могу сгинать. Знаем мы таких. Эти слова не собрал. Тихо, закрой. Да ты чё, сейчас грим оторвётся. А баба. Подожди, как их зовут, голубых этих гномов? Уполомку, смурфики. Смурфик уже не тот. Как их называли, типа смурфета? А как обычно смурфила. Их звали? Смурфила. Реально смурфила. Я не могу ходить. Зато как в Амангасе. Антон, у тебя там это синенькая видно. Птичка. Синенькая птичка. Лопнул скотч. У тебя папа голая. Ой, сало, 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 украинское сало. Привет, девочки. Боже мой. Сейчас будет кружок очумелые ручки. Чтобы нас не заметили охранники, мы вырезаем в маске дырочки. Вот делаем здесь надрез. Нормально. И теперь мы просто надеваем. Ребят, это ужасно. Я сюда пришел. Плохо. А бомба. Какой хлопец. Бравый украинец. О, щее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 еee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 
блестяще выглядишь. А как в туалет ходить? А я вот так оставлю. В Казахстане очень тепло. Кумыс, кумыс, я казах, ты казашка. Очень плохой латекс. Бюджетный латексный костюм. Ты еще не видишь, как это на камере. Наклей сам. А тут наклей посередине. Опа! Тебя вчера порвало, что ли? Скиски! Да ты не так клеишь, нужно было по-другому! Вот это булки! Да чё ты? Можно, можно? А там сколько? Ля, ты как сейчас, как на заставке выглядишь, подожди. Пум-пум-пум-пум. Ты что, ты тоже член экипажа? Да. А ты точно не импостер? Он был импостером. Полина. Ку-ку. Оровская ночь. Джин, выполни три моих желания. Трах тебе, видок. О, первое уже выполнен. Какое? Трах. А ты правда снимался в Смешариках? Я и тени. Запрягли каких-то арабов тут с Полином Время отрезать бибиськи! Размотала Женька. Сидит, откинулся и откинулся. Наевся и спит. Что ты, баклажан, растешь на своей грядке? Вижу, что растешь. Ботва замечательная. Опа. Ой, заколдовали. Наколдую маленькую пипиську. О, нет. Я с помощью нее держал эту камеру. Ой. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Смущаюсь немножко и влюбляюсь я. Ой, краснею я. А там стоим оттуда. Кто-нибудь видел, куда пропал импостер? Мне остальные распутали.
Ты чё, вентиляцию? Антон был в вентиляции! Ты нажимал на кнопку! Где? Как это всрато выглядит, господи? Кричит ножка. Блин, твои. Вы не представляете Женю с Люка только что видел. Яна была пятым из черепашек. Я вижу. Они делают тренды. О, вот тренды. Я слышал, что в тренде геи. А что ты не в тренде делаешь? Ой, блин, подожди. Ну, я как бы думаю, что уже пора повторять что-то из Among Us. Поэтому. Первое, что мы будем делать, это танец, который довольно-таки популярный в Among Us, поэтому вы, наверное, его знаете. Голосование. Фу-фу-фу! Нога поломалась. Ты что, дурак, что ли? Житель умер от депрессии. Почему так грустно, можно? Следующее, что мы бы хотели повторить, это анимацию, но сделать ее в реальной жизни. Ну и вот что у нас получилось. У вас там что-то порвалось. Я спелая слива. Я сочный апельсин. А я томат. Ура. Короче, нам нужно записать сюжетку, то есть сделать какую-то, знаете, сюжетку а-ля стандартный Among Us, ну как бы сделать в реальной жизни, потому что у нас косплей сегодня. Я предлагаю сделать сюжет, типа, допустим, Лиана берет, убивает кого-то в туалете, и, допустим, Полина замечает это и пытается добежать до кнопки. Допустим. Полина добегает, нажимает на кнопку, вы резко становитесь все в центре на голосование. И потом Полина начинает рассказывать какую-то историю, у нее сверху там типа текст появляется. Ты вот так... Как вы не вопросите? Да. Вот, как вам, снимаем? Нет. Ты чертила, боссман, закрой свой рот. А я томат, солнце рад. Помидор. Я блютуз. Делаю вдох, так пахнет тебе ор. Ты что, мне прыгаешь в унитаз? Да. Полина, ты должна ее заметить, типа. Ой, Полина. За. А что там происходит, собственно? Ой, обоссалась еще. А почему дальше произвол? Вы же не знаете, что по сценарию. Ай! Лёд, заходи. А что у меня
танцевать сначала. Ой, привет. Блин, он сейчас будет как та собака, которая без шеи. О, а что это? Я думала, ты меня за фотошоп ищет. Ляна берет, открывает дверь, видит меня, такая... Потом такая идет, такая... Тик-тик-тик. Она заходит сюда вот так вот, закрывает дверь. Потом подбегает Полина. Такая берет, открывает комнату, видит там Лиана. Она видит, что я лежу, она такая... Поняла свою актерскую игру, все. А потом Полина бежит туда. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, быстро-быстро-быстро. Добегает до кнопки, такая, типа, в полете, в слоумо я сделаю. Она такая... Все. Я видел фильм, который начался абсолютно так же. Соска. 18-летие отпраздновала. Как настроение. Ну и вот, наша бюджетная короткометражка по Among Us. Давай. Отсюда вообще, дурак. Ролик заблокирован за насилие. Тебя насиловали, скажи честно. Ну вот вы только что. Нет, скажи нет. Нет. Все. Дисклеймер. В этом видео мы не затронули ничьи права, никого не обидели. Так что все. Понял. Тогда ладно, все. Хорошо. В этом видео ни у кого не было прав. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. С вами была Лиана. Я. Полина. И пушистый волк. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал ребят. Ставьте больше пальчиков вверх, чтобы выходили почаще такие ролики. И всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Мы девочки. Да.